Пальцы гладиолуса гибридного Ландон высаживают в хорошо дренированные, оккультуренные почвы на глубину до 10 см. Умеренный полив и солнечный участок – главные условия роста и обильного цветения культуры. Цветет растение с июня до сентября. Бутоны нежно-розовые. Нижние лепестки ближе к центру цветка окрашены в интенсивный розовый цвет. На одном цветоносе одновременно раскрывает до 10 бутончиков. Гладиолусы гибридные Ландон отличаются неприхотливостью, засухой и морозоустойчивостью, богатым цветением и приятным ароматом. Используется для различных цветников и выращивания на срез. Гладиолус гибридный Ландон – это травянистый высотой 50-150 см. Цветет растение в месяц июль-сентябрь. Окраска цветка розовая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.